Всем привет! Сегодня опять на рыбалке. Сегодня 31 декабря. Попробую в этом году крайний раз съездить на рыбалочку с жерлицами. Пока поклевок не было. Вот была одна, недавно сработала. Такая небольшая щучка. Ну, с килограмм есть. Так что вот так вот. Посмотрим, что будет дальше. Народ ходит. Еще вон некоторые только недавно приехали, поставили жерлицы. Некоторые еще. Ну, в основном все по темному едут. Поставить пораньше. Не знаю, сегодня какой-то дождь идет. Погода не очень, хоть тепло. Жерлицы мы чуть-чуть, конечно, неправильно поставили в глубину. Ночью не видно было. Сместили их сюда. Ближе. Ага, друзья, сработка еще одна. Сработало, пошли. И клюют. Берет щучка. Вот недавно клюнула. Ближе к берегу, короче. Ну, может, холостая сработка, не знаю. Сейчас отец подойдет, посмотрим. Давай, там, наверное, нет ничего. Пусто. Холостая. Так, опять сработка, и опять что-то ничего не крутит. Опять, наверное, холостая. Снег идет. Давай, пробуй. Она сырая просто. Что? Есть? Хорошая. Не знаю, а что она тогда не крутила? Она, наверное, раскрутила, остановилась. Раскрутил, я смотрю, лески мало. Все, сошла. Сошла? Да. Хорошая. Сошла. Пока шел, крутила, сейчас перестала. Она уж тут размотала много. На катушке чуть-чуть осталось. И перестала. Сошла, наверное, бросила муж. А, нет, пошла. Что, сошла, что ли, опять? Мелкая. Что, упирается даже чуть-чуть? Да мелочь, наверное. Че? Тащи, ты что, не видишь, что? Опускай. Да нет, небольшая, я думал. Прёт, знаешь как. Я думал, килограмм на 5. Так, поклевочка. Крутила вроде.
перестал. Катушку подтяни немножко. Нет, наверное, ничего. Я тоже видел, вроде крутила. Кажется, натянулось. Натянулось, мне кажется, или нет? Укололось, выплюнуло, может. Тихо. Пошла. Кто? Сошла. Мелкая, наверное, просто. Тихо, тихо, тихо. В лунку не хочет идти. Бери быстрее. Эх. Бери руками, ёб твою мать, багор ёбаный. Тихо, в лед залез. Да нету какая, 2,5 кг. Ну, хороший. У меня руки замерзли уже. Молчит. Ну что, дергаем? Дергай, пусто там, наверное. Маленькая. Сошла, сволочь, Она, наверное, она как шнурок. Меньше красноглазки была. А чё её опускать? Ну,
Она что-то еле живая какая-то. А, шевелится вообще-то.